Всем привет! Я преподаватель по курсу про дизайн, и сегодня мы вам расскажем, чем занимается дизайнер. Графический дизайнер – это специалист, который занимается разработкой внешнего вида от флаеров и афиш до баннеров, постов в социальных сетях, а также брендинг. Веб-дизайнер отвечает за создание внешнего вида сайтов и мобильных приложений. Хочешь освоить профессию веб-дизайнера и графического дизайнера или просто узнать поподробнее? Тогда записывайся на бесплатный открытый урок.